Шалом, возлюбленные! Мир всем вам от нас из Индонезии. Давайте, возлюбленные, выразим свою благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Давайте будем вместе петь Ему песню. Silakan saudara ke sana. Ayo soraklah sama-sama. Lebih tinggi lah. Lebih lagi. Давайте, давайте, давайте.
Возлюбленные, я приглашаю вас посмотреть видео-свидетельство. Оно покажет вам, что благодать Господа Иисуса всегда сопровождает тех, кто любит Его. Меня зовут Ариски Амелия. Я мама Самуэля Амани Рафаэля Бангун. В 2010 году я вышла замуж. Через месяц после свадьбы я забеременела. А мое давление было 180 и 160. Давление продолжало расти, и в конце концов меня доставили в больницу. Я себя очень-очень плохо чувствовала. Изучив результаты анализов, я не вижу никаких улучшений в вашем состоянии. Давление все еще очень высокое, 180. У меня не остается другого выхода. Мы должны сделать вам операцию. Мы не можем ждать 9 месяцев, потому что это очень рискованно для ребенка и для матери. Что вы думаете? Это был 8-й месяц моей беременности, но доктор настоял, чтобы мне сделали кесарево сечение, и мой ребенок родился преждевременно. Его рост был 45 сантиметров, а вес 2,5 килограмма. Его кожа была очень морщинистой, а он был таким крошечным. Шли дни, и когда ему исполнился месяц, он стал рвать. Он мог рвать по 20 раз в день. Доктор сказал, что он должен остаться в больнице. Когда ему было 55 дней, его снова забрали в больницу, чтобы оперировать грыжу. У Самуэля также была задержка развития зрения. Он не мог видеть, ходить и говорить. А когда он плакал, то в верхней части его головы появилась впадина. Это заметила моя сестра. Почему у него не твердый череп? Ведь ему уже 6 месяцев. А что же мне делать? Отнеси его доктору. А это серьезно? Это знает только доктор. Обычно у младенцев твердый череп, а этот не такой. Из-за финансовых проблем мы смогли отвезти его к доктору только когда ему исполнился год. Доктор обследовал его. Миссис Риски, обследование показало, что у вашего сына Самуэля церебральная атрофия. Это очень серьезно. Церебральная атрофия – это состояние, когда мозг ребенка не развивается в соответствии с его возрастом. Можно сказать, что его мозг не растет. Распространенные симптомы церебральной атрофии – это то, что этот ребенок не сможет достичь того же развития, что и его сверстники. То есть будет задержка в развитии речи, в развитии моторики. Возможно, он не сможет сидеть, когда придет время сидеть. Он будет только лежать. Или, возможно, он не сможет даже ползать. Будет задержка развития. Самуэль не был похож на других нормальных детей. Я жаловалась Богу, почему это должно было случиться со мной. Я не бунтовала против Бога. Я всегда соблюдала Божьи заповеди и всегда держалась подальше от того, что Бог ненавидит. Почему же это случилось со мной? Мне казалось, что Бог наказывает меня. Муж говорил мне, что иногда люди сталкиваются с испытаниями не из-за своих ошибок, а из-за того, что Бог хочет, чтобы их вера возросла, как в случае с Иовом. Когда мой муж возлагал руки на Самуэля и молился, я только смотрела на него. «Дорогой, ты не устал молиться?» Хотя мы проходили через серьезные испытания, мой муж никогда не жаловался. Он всегда оставался верным Господу. Он всегда возлагал руки на Самуэля и всегда верил, что Бог сделает чудо. Я помню один случай. «Дорогой, что нам делать с нашим ребенком? Мы продолжаем молиться за него,
но ничего не меняется. Я устала молиться. Да, я понимаю. Но у Бога на все свое время. Что бы ни происходило, не стоит оставлять Иисуса. Запомни это, дорогая. Любимый муж умер, когда ребенок был болен, а жена не работала. Когда мой муж так неожиданно ушел к Господу, я постоянно плакала. Почему? Почему я осталась без мужа с ребенком, который ничего не может делать? Все это время я зависела от мужа. Муж делал все, а когда он умер, я ничего не могла делать. Затем я подумала, почему я впустую трачу свою жизнь, а не молюсь? Я вспомнила, как мой муж молился на коленях. Он боялся оставить своего ребенка в таком состоянии с матерью, которая была нетерпеливой и непостоянной. Что же мне делать? У моего сына было еще много слабостей, но я решила быть такой же, как мой муж. Почему я такая бесполезная? Почему? Если честно, я не была хорошей женой, но я пообещала Господу, что стану мудрой матерью для Самуэля. Я хотела учиться тому, как быть терпеливой, как повиноваться Господу и как полагаться только на Него. Я молилась об этом, и это стало поворотным моментом в моих отношениях с моим Господом. Однажды пастор объявил о том, что в Тегале произойдет служение исцеления. Это было чудо, потому что подобные служения, они были всегда большой редкостью в Тегале. Служение исцеления, Тегал, 20 августа 2013 года. Как только я приехала на служение исцеления, то повсюду носила с собой Самуэля. Я подошла к мужчине-служителю и попросила его помолиться, но ничего не изменилось. Затем я попросила о молитве женщину-служителя, но тоже ничего не изменилось. Со временем я устала искать ходатаев, и я услышала голос Бога, который говорил: «У тебя есть та же власть, почему бы тебе не поверить?» И затем я помолилась и подчинилась Богу. «Ты знаешь, что самое лучшее для Самуэля. Ты распланировал будущее Самуэля от моей беременности до этого дня. Поэтому я присоединилась к хвале и поклонению и сфокусировалась на Боге. Я поклонялась Богу и почувствовала, что Он касается Самуэля. Я положила руку на голову Самуэлю и вдруг почувствовала. Ой, она твердая. Я нажала на голову и почувствовала, что она очень твердая, круглая и без впадин. Я очень удивилась. Господь, это чудо? Я думала, что это мне показалось». Ребенку этой женщины 2 года, не так ли? Передняя часть его черепа была очень мягкой. Все было именно так, когда вы приехали сюда. Мадам, мы зададим вам этот вопрос. Подтвердите, пожалуйста, это не так ли? Это правда, она была очень мягкой. Что же произошло, когда за Самуэля помолились? Его череп стал твердым. Аллилуйя! Даже его мать удивила то, что его голова стала твердой. Произошло чудо! Аллилуйя! Yeah.
Мы приехали домой, а затем пошли спать. Когда я проснулась, то не услышала никакого шума. Обычно, когда Самуэль просыпался, то создавал много шума. Я повернулась, а он позвал меня «мама». Я была так счастлива, потому что давно мечтала услышать это. Я давно хотела услышать голос Самуэля. Самуэль мог ходить и говорить. Это доказательство того, что Бог дает ему самое лучшее. Чудеса нереальны, они все еще окружают мою жизнь и жизнь моего сына Самуэля. Все соделал он прекрасным в свое время. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasihmu tak berkesudahan. Kasihmu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana, bagi Yesus Tuhanku. Возлюбленные, Господь Иисус благ. Он очень добр и очень добр ко всем нам. Если мы прочитаем 32-й Псалом, 18-й стих, то увидим, что око Господне всегда над нами, Его детьми, теми, кто верит в Него. Он хочет направлять нас, давать указания нам. Он хочет учить нас, каким путем идти. А вы хотите, чтобы вам давали указания, направляли, учили, каким путем идти? Я верю, что каждый из нас скажет «Да, я хочу». Господь будет давать вам указания, направлять и учить нас. Хорошо, я считаю, если каждого из нас спросить, чего ты желаешь, большинство ответит «Ну, я хочу жить счастливо. Я хочу больше благословений от Господа». А многие думают про себя. А вот если бы у меня было много денег, вот тогда я был бы более счастливым человеком. Но это не так. Некоторые люди говорят, «Если бы у меня была сила и власть, я был бы более счастливым». Но я хочу снова сказать вам, что это неправда. Другие говорят, «Если бы я был известен, то вот тогда наверняка я был бы счастливым». Но и это далеко от истины. Библия четко говорит, «Если бы вы только услышали мои заповеди, тогда ваш мир был бы как река, а ваша праведность была бы как волны морские». Возлюбленные, ключ к счастью, к жизни, благословенной Богом, к обилию мира, в том, чтобы слушаться заповедей Бога. Следуйте за Божьими заповедями, и вы найдете счастье и обилие мира. Библия говорит, «Милость Господа никогда не иссякает, она пребывает вовек». Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Сострадание Господне никогда не истощается. Оно обновляется каждое утро, ведь так велика милость нашего Бога. Возлюбленные, любовь Бога никогда не истощается. Милости Его никогда не заканчиваются, они обновляются каждое утро. Велика Твоя верность, Господь. Возлюбленная, каждый раз просыпаясь, давайте говорить Богу: «Бог, спасибо за совершенно новый день. Я верю, что сегодня будет лучше, чем вчера, потому что Твоя любовь обновляется каждое утро. Каждое утро она новая». Возлюбленные, нет причин для разочарования, потому что Божья любовь обновляется каждое утро. Также, возлюбленные, в Иисусе всегда есть надежда. Та надежда, которую дает Господь, отличается от надежды, которую дает этот мир. Поэтому давайте благодарить Его всегда. Спасибо Тебе, наш Господь. Твоя любовь каждое утро новая. Велика Твоя верность, Господь. Велика Твоя верность. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Господь Иисус говорит: не тревожьтесь. Не беспокойтесь о том, что есть, что пить, что одевать. Всего этого язычники ищут. Ваш Отец Небесный знает, что вы нуждаетесь во всем этом, а вы ищите прежде всего Царство Божьего и Его праведности, а все остальное приложится вам. И еда, и питье, и одежда приложится вам. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Господь Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Давайте ответим на приглашение Иисуса сегодня. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и вы обретете покой». Возлюбленные, если вы ответите на приглашение, я верю, что вы получите благословение. Ваша жизнь наполнится миром. Ku datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus,
Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Кому из вас нужна Божья помощь? Кому из вас нужны Божьи чудеса? Кому из вас нужно исцеление от Господа? Поднимите руки, и я буду молиться за вас. Господь, Ты видишь поднятые руки? Им нужна Твоя помощь Божия. Сейчас примите. Кто нуждается в Божьем чуде, примите его. Чудеса происходят. Во имя Иисуса исцеляйтесь. Будьте исцелены во имя Иисуса. Будьте исцелены во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Возлюбленные, пусть Слово Божие, которое мы только что услышали, благословит каждого из нас. И пусть хвала, которую мы вознесли, будет угодна сердцу Бога. До встречи на следующей неделе на нашей программе «Время для исцеления». Иисус да благословит вас! Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama. Слава!